картина маслом. Громче всех Собакин кричит, что ему надо дать костей. Вот это чё, кто не ест? О, Снежок пьет. Андрюшка вон у меня рубит мяско. Не нашла Зая вот эти крючочки. Он нарубил. О, Сэмке будет вкуснятина на кашу. Там вон. Мусор у нас будет, шкура дорога. И Сэмок, в общем, короче, хватит всем. О, Горяныч что-то снегоход уже завел. А, Жека? А, вот, надо нам еще, может быть, сегодня-завтра. Андрей, сегодня сделаем с тобой это здесь вот, Андрюш. Сегодня сделаем здесь вот это вот заграждение. Завтра, ну завтра будешь тогда один делать. Вот, надо нам здесь еще сделать заграждение, как в прошлом году мы делали, чтобы не выдувало. Вкусняшки. А что ты сюда, на это? Ну, накроем потом мешками или чем будет. А. Ну, ну, на улице, да, подмораживать. Снежочек полетел. Мякоть все, да? А ты с этой головы не будешь мякоть срезать? Или... А, ты срезал уже? А, ты просто сейчас разубишь ее и все, да? А, ну хорошо. О, сидит. Картина маслом. Картина маслом. Такая сидит, кстати, такая сидит картина маслом. Артачица не ест. О, сейчас почистила все. Пойдемте покажу вам гирлянду. Снегоход мы, кстати, все уже отремонтировали, так что сейчас только снежок маленько ляжет и поедем кататься на снегоходе. Вот начала я уже прибивать здесь на гвоздике, это вот прибила саму солнечную батарею здесь сначала, и вот сейчас начну вот так вот пробивать здесь вот, надеюсь, что мне это все получится. Ну вот, все, закончила я стучать. Правда, еще не знаю, включила, не включила. Сейчас будет понятно, когда я тут... Ну вот такая красота получилась. Сейчас включили гирлянду. Не сразу, конечно, я там кнопочки маленечко не дожала. Ну вот, конечно, мне кажется, вот светодиодики, они такие не шибко светятся, мне кажется, маловастые. Но, в принципе, очень даже смотрится неплохо. Это вот с этой стороны у нас снег валит. Прям вообще красота. На улице такая классная погода, а это вот с этой стороны... А так, а что там сверху у меня? А, так мне здесь надо переделать, наверное. Так, наверное, надо здесь будет пустить по-другому маленько нитку. Вот. В общем, в принципе, довольна. Так, хорошо, слава богу, снежок летит. Господи, уж неужели у нас пришла зима? Вот, в общем, получилась вот такая вот красота. Еще хочу, кстати, купить, сейчас пока акция есть на Озоне, тоже там есть гирлянда, по-моему, что-то 760 рублей, что-то много метров, не помню сколько, но хочу купить. Как бы, может быть, пока и не надо, но на будущее, может быть, и пойдет. Вот на дом. Но на этот дом-то точно я ничего крепить не буду, потому что его через 2-3 года ломать. Смысла не будет на него лепить что-то там. А вот баньку украсить прям самое то. Банька-то у нас постоянная уже. Вон какая красота светится. Так что вот так вот украшение такое вот у нас идет. Прям сегодня такая новогодняя погода классная. Да, вот буранчик вам покажу наш. Вообще здорово. Ну, снег, кстати, липкий. Ну, тепло на улице.
Ну, слава богу, хоть снег идет.